Всем привет, кто зашел на мой канал. Сегодня я расскажу, как укрепить и омолодить кожу вокруг глаз, тратя всего лишь 5 минут 2 раза в неделю. Патчи под глаза – одно из самых активных домашних средств для ухода за зоной вокруг глаз. Нам понадобится желатин – 1 столовая ложка, 6 столовых ложек крепкого раствора ромашки. Готовлю так. 1 пакетик аптечной ромашки на пол кружки кипятка. 6 столовых ложек крепкой заварки зеленого чая. 1 чайная ложка меда. И для заливки силиконовые формы для кексов. В сухой желатин добавляем растворы ромашки, раствор зеленого чая. И хорошенько размешиваем, чтобы желатин был без комочков. Оставляем для набухания 20 минут. По истечению времени переливаем сотейник и ставим на самый маленький огонь, постоянно помешивая. Доводим практически до кипения, температура 80-90 градусов, и снимаем с огня. Через 5 минут добавляем 1 чайную ложку меда. Размешиваем до однородного состояния. Разливаем по 1 столовой ложке в каждую из форм. Толщина должна быть 1-2 см. Если будет тоньше, то будет ломаться наши патчи. Если получится толще, чем 1-2 см, то будет плохо держаться на коже. Отправляем в холодильник на 20-25 минут. Извлекаем наши патчи из холодильника через 20 минут. Консистенция упругая, желеобразная, плотная. И делим при помощи острого ножа на 2 равные части. Наносим под глаза чуть ниже от ресничного края. Время воздействия 5-7 минут, пока желе не начнет подтаивать. Благодаря натуральному составу домашние патчи работают не менее эффективно в сравнении с покупными. А за счет того, что домашние патчи находятся в холодильнике, воздействие низкой температуры происходит дополнительный дренажный эффект. Любите себя, балуйте себя и свою кожу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!